ошибается голкипер Иванова. Все! Пенальти должен быть! Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной! Это что за фокусы вообще? Где Бог? Мало того, что красная карточка должна быть за срыв и за фол от... Пенальти 100%! Мирошниченко убил у нас уже один раз в Москве! Что еще нужно? Позор российскому футбольному корпусу! И штрафуйте меня за это! Позорнейшее решение Мирошниченко! Уха! Позор Мирошниченко! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола! Нифига, это позорище! Смотрите футбол без комментатора. До свидания. Сколько вы стояли сегодня перед зеркалом? Я тоже долго готовилась, серьезно. Очень долго я все продумывала. И поэтому сегодня своей красотой я хочу всех прям зарядить, чтобы мы выиграли наконец-то и доставили удовольствие всем тем, кто приехал сюда, всем тем, кто искренне переживает и болеет.